Правильный ответ – это «Привидение». Фильм 1984 года. Бурные эмоции радости сменяются вздохами разочарования. Юные знатоки сошлись в интеллектуальной схватке «Что, где, когда». Есть вопросы и на смекалку. Как и в знаменитой телевизионной игре, участникам дается минута на мозговой штурм. На их поимке специализировались персонажи известного фильма 1984 года. В битве умов принимают участие 9 команд. Это школьники Нижнекамска и Казани. Свои знания решила проверить и сборная учителей. Возглавил ее Виктор Белоусов, бессменный ведущий нижнекамской игры «Что, где, когда». Ну, эта игра такая, что в нее играют все. И даже одна из лучших казанских школ. А Нижнекамская – это вообще 30-летняя история. И вот они привезли нам игру эту как чудо. Оказывается, тут ее любят, уважают, и еще и оказывают соперничество. Вот самое главное – не победить, а получить удовольствие. И они такие, и мы такие. Вопросы на игре, конечно же, отличаются от которых нам задают на городских играх. Они более интересные. Интересно послушать именно, как задают их в Казани. Поиграть именно с казанскими участниками. Конечно же, силы у нас отличаются, но все равно мы стараемся прорваться вперед. Организатором интеллектуальной битвы стала казанская школа «Солнце». История, мифология, биология. Ведущий из столицы подготовил 36 вопросов. Мне кажется, ребята в Нижнекамске показывают очень достойную игру. В принципе, во всех возрастах чувствуется, что у вас турниры проходят регулярно, и ребята практикуются и умеют играть в настоящее «Что, где, когда». Филиал частной школы «Солнце» планирует открытие в Нижнекамске. Здесь будут обучаться интеллектуально развитые дети. Пока решается вопрос, где расположится образовательное учреждение. Но уже известно, что учеба будет бесплатной. Альбина Валиева, Евгений Лызаев, новости НТР.